Ребята, всем привет! Сегодня мы поиграем в хоррор. В хоррор непростой, а в Роблоксе. И я прям в предвкушении, чего же здесь Роблокс нам преподнесет, потому что, играя в такую мультяшную игрульку, мне чуть слабо верится, что она может меня напугать до такой степени, что я прям побегу менять штанишки. Ну что ж, давайте попробуем. Все, что нам необходимо, это зайти в этот лифт. Давайте забежим. Встали. Все у нас здесь пока хорошо. Так, нас сразу перекинуло в какой-то другой лифт, телепортнуло. Мы на 18 этаже, на 17. Так. Открылся лифт, и тут начали бананы плясать. О боже ж ты мой. Что происходит? Бэкст, бэкст, бэкст. Бэкст, бэкст. Бэкст. Он там. Быстрее туда. Тэм-пэм-пэм-пэм-пэм. Ух ты, черно-белое кинцо. О, мы можем выйти из лифта. Здесь у нас есть пианино. Пианино, да-да-да, именно пианино. Так, мы можем посмотреть в окошко. За окошком идет снег. К нам пробежал месье сеньор Помидор, у которого на голове рука. Или, слушайте, или это луковица, я не знаю, он какой-то такой пухлый, пухлый шар, блин, бегает тут. Нас снова заперли в лифт, телепортнули туда. Интересно, куда ж мы уедем в этот раз? Вы посмотрите на парня этого, его раздувает каждый раз. То он был помидором, то он стал каким-то вообще раздутым хомяком, я не знаю. И он там задавил какую-то девчонку. Смотрите, он задавил своим жиром девчонку. Мужик, отойди от нее, слезь с нее. О, покебол? Нифига себе. То есть это сейчас здесь покемонами будут драться? Вы серьезно? О, вот это будет круто. Погодите, погодите, вместо покемонов игроки, что ли, реальные? Офигеть! Один игрок сейчас пульнул вихрем в другого! А чем ответить другой? О, пламенной отрыжкой! Сейчас он из того шашлык сделает. Кстати, а вы обратили внимание, что табло лифта продолжает отсчет, только в обратную сторону? Кажется, я знаю, что будет сейчас. Сейчас появится единица на табло, то лифт сразу же закроет, смотрите. По-любому, вот я больше, чем вы. Хлыбыч? Да. Все-таки это табло волшебное. Открылся лифт, я вижу там палатку, там девочка, и наверняка сейчас придет какой-нибудь оборотень или медведь и начнет ее есть. Как обычно это бывает в фильмах ужасов. Ну а зачем ее здесь показывают? Ой, вы посмотрите, там кто-то идет, там чувак с мечом. О, да ладно, он ее зарезал, что ли? Вах-вах-вах-вах. Очень нехорошо, очень нехорошо. И он идет сюда? Ой-ё, он кидает мечом своим? Оу, нифига себе, я успел увернуться. Вот этот маньяк. Так. Доставайте меч, ребят, доставайте быстрее. Это Джексон, что ли? Джейсон или как его там, блин? Фредди Крюгер и Джейсон на кого? Ах, забыл, как его зовут. Напишите в комментариях. Лифт открылся. Оу, нифига себе, киты, ураганы. И нас сейчас может тут снести. Офигеть. Просто, просто. Это, может, это акулы? Да, это, скорее всего, акулы, потому что у них зубы такие острые. Жесть. И если... Капец, они там вертятся, крутятся. Так, я хочу обратно в лифт. Там вроде как безопаснее. Давайте зайдем в магазин, купим какой-нибудь предмет, так как у меня 13 монеток. Давайте купим печеньку. Так, печенька есть, и давайте попробуем ее съесть. Я так полагаю, вот печенька. Кому-нибудь надо печенька? На печеньку. Печеньку хочешь? Не хочешь? Так, подождите. Так. Я сейчас сам печеньку то съем, посмотрю, что со мной будет. Так, мы схомячили печеньку. Еще раз. Еще раз. Оу! Да! Я стал каким-то яйцеголовым, меня конкретно раздуло. Так, телек. А, это, наверное, фильм «Крик». Сейчас девочка вылезет. Да, вон она идет, типа девочка, сейчас она вылезет из телевизора. Сейчас, давай, вылази. Мне интересно, как она вылезет. Сейчас, наверное, свет погаснет, по-любому. Да, и вот она сейчас вылезет. Так, надо прятаться, надо шкериться. Ребята, шкерьтесь, вон она появилась, и кого-то уже грохнуло, там чьи-то руки валяются. Ох, какая ты стрёмная девочка. Фух. Следующая комната. Что у нас будет в следующей комнате? Так, потемнело. Выключился свет немного. Горит аварийный свет. Не, да вы прикалываетесь, ну зачем стенки-то сжимать? Так, ладно, давайте встанем вот так боком. Надеюсь. Так, 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 надо посерединке встать. Оу, сейчас нас раздавит, ребята. Жиробасов первых сейчас разнесет. Не, фух. Вроде лифт остановился, да. Все живы, ништяк. У нас здесь куриные ножки. Поедание на скорость, что ли, сейчас будет?
Вы серьезно? О, у меня как же Робаскова взяли и заставили есть эти куриные ножки. Так, быстренько поедаем, я хочу посмотреть свой счет. Так, пошла жара, пошла, только я что-то очень жестко отстаю. Блин. Что, я профукал, что ли? Я 125-123 крылышка сел. Да, я немного проиграл, но ничего. Кто-то должен был проиграть. В этом случае оказался я. Есть победители, есть проигравшие, это закон. Ладно, не буду себя успокаивать. Да, я профукал. Ух, мне нужна еще одна монетка, чтобы я купил, допустим, бургер, наверное, какой-нибудь, да? Давайте посмотрим, что там еще можно купить. Яйца, бургер и шоколадку. Наверное, давайте купим в следующий раз яйца. Наверняка они что-нибудь интересное дадут мне, какой-нибудь эффект. Так, бежим куда... Вау! Нифига себе, как меня... Понесло-то! Блин, утопился. А, можно еще раз попробовать. А, времени есть. Да что ж ты будешь делать-то? И меня топит мое яйцо. Ай, блин. Почти. Да что ж там скользкая какая-то эта... тарелочка. Есть. Добежал, что здесь у нас? Лава, любовь. Так, дальше. Опачки. Ай, куда это я? Так, аккуратненько, очень напряженно. Слушайте, я как будто спидран играю. Фух, все? Не дали мне добежать до конца, телепортнули меня обратно. О, монетка есть, давайте купим яйца, покупаем яйца. Ну, попробуем это съесть и посмотрим, что меня в этот раз разнесет. Что же меня разнесет? Ох ты ж, нифига себе, это какое-то не яйцо, это какой-то шарик прям. Ладно, попробуем это съесть. Как бы. Прикольно. Я стал каким-то, ну прям, знаете, я как будто из киндера вылупился. Горочка. Такая-то кнопка. Что-то дает. Кнопочка. Бургеры! Надо кормить того чувака. Закидывать всякие туда вещи. Ну-ка, если я к нему в рот залечу, я просто такой вкусненький. Не-не-не-не-не-не, подожди-ка. Так, куда это я упал? Есть проход? Проход есть. Так, бежим. Мне даже интересно, куда я сейчас вывалюсь. Ага. Вывалился я в никуда, и я превратился в какую-то какаху. Почему я коричневая какаха? Серьезно? То, что я вылетел через другой проход, что ли? Егошний. Блин, я похож, знаете еще на что? На Несквик какой-то похож. О, блин. Ладно, хорошо. Попробуем еще раз пролететь. И в кого же я превратился? Нет, чернее я от этого не стал. То, что я второй раз прошел через другой выход. Блин, чувак, как же тебя раздуло-то? Слушайте, у него, по-моему, у него все раздуто. У него ноги, тело и голова, по-моему, вместе все раздуло. Так, вот этот черныш тоже такой, знаете, бомбастый. Ух ты, как тут темно-то, а? Вау, мигает свет, это очень очково. Немножечко страшновато, стремновато становится. Ладно, я буду бежать за кем-нибудь из вас, так. Знаете, похоже на бегущих в лабиринте. Очень похоже, но это все-таки не то. Так, здесь какие-то, я не знаю... Штуки. О, опа, что это тут такое? Горит. Можно как-то сюда забраться? Я так полагаю, что тут тупик, слушайте. Тупик. Ладно, побежали в другую сторону. Угу, все, нам не дали дальше рассмотреть. Это комната из пилы, да, я вспомнил. Это комната из пилы. Слендермен, ух ты ж, блин. Чё ты здесь забыл? Посмотри на меня и убегай от нас. Все, Слендермен убежал. Но я не ожидал, на самом деле, что он тут появится. И вроде за нами никто не гонялся даже. Что у тебя на голове сверху, я понять не могу. Что у него на голове? Это 4 глаза у тебя, что ли? Или это изюм? Оу, как нас сейчас? Ай-яй-яй, главное не вывалиться, все. Все вывалились. Парашютов ни у кого нет, все вывалились. Так, а я почему-то где-то подвис. Ха-ха, я застрял. Помогите мне, я застрял. Эй, помогите. Help me. Блин. Мои ноги просто болтаются. Кто-нибудь меня вытащите отсюда. О, все, наконец-то.
Так, открылась комната. Что там? Это какая-то странная... Это тюрьма? Мы в тюрьме? Так. Мы куда-то опять... Что происходит? Оу! Походу, это парк юрского периода. Похоже на то. Слушайте. Надо куда-то запрыгнуть, а то сейчас какой-нибудь динозавр сейчас вылетит на нас тут. Потому что что-то как-то страшновато. Да, ой-ой-ой-ой-ой, он забрал одного. Ё-моё. Ах, Раптор просто вбежал в лифт, схватил своими зубами одного игрока и утащил его на растерзание. Наверное, кормит своих потомков. Лукари лифт привез нас в какую-то страну. Я не знаю, это колесо фортуны какое-то, смотрите, там зеленый Дед Мороз. Он похож на слезливого Дед Мороза какого-то. Дед Мороз и слизни. И колесо фортуны, наверное, сейчас кто-то будет крутить, вертеть. И там, видите, всякие есть пилы, стрелы, огонь. И вот кто что крутанет, то нас и ждет, похоже. А кто, интересно, крутанул-то? Блин, вопросительный знак. То есть это, скорее всего, будет сейчас случайный выбор. И сейчас нам настанет крындец или все сразу вместе и пилы. Оу, блин, пила залетела прям мне промеж, промеж моей головы. Фух, ладно, заходим еще разок. Попробуем. По-моему, вы посмотрите, нескольких распилило. Да, нескольких. Блин, но теперь я не смогу получить свой коричневый окрас, пока мы снова не побываем внутри того здорового чувака, которого мы кормили бургерами и пиццами. Ладно, давайте пока съедим нашу печеньку. Так, печеньку мы съедаем. Печенька, так, отлично. Меня раздуло, и голова тоже у меня. Все на месте. Слушайте, у меня вот так вот, если смотреть, я похоже, что вылупляюсь из яйца. А, нет, опять этот банан. Банана. Ой-ой-ой, сейчас они начнут тут танцевать. Наркоманская какая-то музыка по-любому играет, но музыка у меня отключена, поэтому мы не слышим этого. Ох. И давайте последнюю еще комнату мы сейчас откроем и посмотрим, что же будет нас там ждать. Но мне кажется, что сейчас все комнаты начнут повторяться. Итак. Ну да. Да-да-да. Эта комната уже была у нас. В принципе, все. Только я не помню, что тут было. А, космос. Космос. Сейчас все потемнеет, потом будет космос. А нет, это призраки, призраки. Да, эта комната была у нас. Ну что, ребятки, тогда... Будем закругляться, так как все пошло по-новому, все по второму кругу. Ага, и вот он, космос сейчас будет. Если вам понравилось, то не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и оставлять свои комментарии. А я с вами прощаюсь. До нового видео. Пока-пока. Как же меня колбасит-то здесь, ребята? Ой-ой-ой-ой-ой.